Шаг вперед – это 10 ответов на вопросы фрилансеров об оформлении статуса индивидуального предпринимателя. Вы знаете, я, ознакомившись с этой работой, вот хорошо было там 12 часов ночи, а то бы я встал бы и пошел бы зарегистрировал себя как индивидуального предпринимателя. До того понятно, вкусно, в каких-то, может быть, даже слегка оптимистичных тонах все расписано. Мне кажется, что вот эта работа имеет даже большое государственное значение. Уж извините, что я в этих терминах обсуждаю журналистские проекты, потому что в самозанятость, популяризация самозанятости, популяризация работы на себя – это не только хорошо с точки зрения человека, с точки зрения его ответственности перед своим будущим, перед своим делом, перед тем, что он делает. Это достаточно важное дело и для государства в целом, с точки зрения повышения эффективности экономики, с точки зрения повышения эффективности, повышения качества человеческого капитала в целом. Опять-таки, единственная проблема – автор один.